Россию Хохуашань. Это 1200 метров с плюсом горы, если это уже не раз. Смотрит наше прошлое видео, я рассказываю Хохуашань. Погода тогда была абсолютно иная, но в это время почти то же самое. В горах, конечно, погода предсказуема. Вот. Но мне почему-то тоже очень нравится такой дождь. Там еще особенно нравится такой. Снимать? Маленький.